В этом году в Алтайском крае проходит крупнейшая по России муниципальная кампания. Она охватывает свыше 60 муниципальных образований. На выборах разыграют сразу 5500 мандатов и изберут 145 глав сельских поселений. А там все, нет, эмоций нет. Эмоций практически нет. Четкий прагматизм, конкретные цифры, что сегодня партия ставит, а партия сегодня не разрывает себя с муниципальной властью. На выборы в Барнаульскую гордуму своих кандидатов выдвинули 9 партий. Кандидаты претендуют на 40 мандатов. Важно, чтобы по итогам голосования получилась эффективная рабочая группа. Компетентные специалисты, готовые и способные работать на благо города и в интересах его жителей. Мы не побоялись взять на себя ответственность за проблемные вопросы, это и ветхоаварийное жилье, и многое другое, что сегодня беспокоит жителей города Барнаула. Следующий этап – принятие всех 63 предвыборных программ на конференциях местных отделений партии. Кроме единороссов, на выборы в Барнаульскую городскую думу 8-го созыва заявились еще 8 партий. Дмитрий Дроздов, «День с толком».